Этот автомобиль не часто упоминается. Братья забрали у сестры львиную долю славы. Но это тот самый случай, когда девушка – полноправный игрок в команде. Большой седан Toyota Cresta. По техническим характеристикам никак не отличается от других автомобилей семейства маркообразных. На машину устанавливались одинаковые двигатели, коробки передач, отсутствуют и сколько-нибудь заметные изменения в ходовой части, присутствует аналогичная независимая многорычажная подвеска с плавающими сайлентблоками. Изначально проектировщики отводили Cresta роль более люксового седана, чем Mark II и Chaser. Это настоящий крейсер, мощный, просторный. Внешний дизайн машины поддерживает общую линию семейства. Длинный, почти 5-метровый седан, слегка дутые формы, но есть отличия. Носовая часть более прямолинейна, более строгие передние фары, рамные двери, более округлые линии кузова. Под капотом автомобиля в данном обзоре 180 лошадиных сил, выдаваемых крепким и надежным 1JZGE, еще трамблерным, так как показанная в обзоре машина 1993 года выпуска. Из особенностей присутствует круиз-контроль, и по сей день, кстати, абсолютно исправный. Существуют версии и со 135-сильным мотором 1G, и даже минимальные комплектации с двигателем 4S, объемом 1.8 и выдающим 120 лошадиных сил. Турбированный 1JZ тоже устанавливался на аналогичную версию Tour RV, как у собратьев. Салон является собой классический азиатский люкс начала 90-х. Прочный, но мягкий пластик, велюр, кожа, люк, двухзонный климат-контроль, различные электрорегулировки водительского сиденья. В общем, даже дальняя дорога будет в удовольствие. Особо стоит отметить наличие жидкокристаллической панели приборов на некоторых модификациях. Важно знать, что несмотря на то, что хоть в наше время маркообразные – это практически синоним слову «дрифт» на востоке России, в свое время они считались автомобилями полноценного представительского класса. И к Cresta это относится в первую очередь. Полный бак 15. Да. Я не знаю, что она обозначает. Потом раз видишь, ну как бы исчезает. Нажимаешь, раз появляется. Пусть лучше будет полный бак у тебя.